Стой. Может быть. Веришь кому-то? Больше это... Может быть. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Веришь кому-то? Thank you.
должен следить за тем, что говоришь людям. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Похоже, назревает проблема. Что-то не то в этой истории. Скорее всего. Давай поговорим. Я хотел бы потренироваться с одноручным. Хорошая мысль. Возьми оружие, да, если запомни. Да. Но чем больше ты будешь тренировать. Уже назревает проблема. Каждый раз одна. Пока меня не впутали. Ты не должен верить. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Может быть.
Хорошо. Теперь у тебя есть талисман. Вот он, держи, как мы и договорились. Спасибо, друг. Я никогда не забываю тех, кто помог мне. Я возвращаюсь в старый лагерь. Может быть, мы там еще встретимся? Thank you.
людям не обязательно знать об этом. Может быть. Скорее всего, ты прав. Этот... Что-то не то в этой истории. Этого не случится. За Гомеза! Пока меня не впутали. Ты будешь учить меня? Я могу! У меня есть 1000 кусков руды. Пропусти. Хорошо, проходи. У меня есть... Хорошо. Ты будь... Я могу пока... Мне... Я могу... Это было... Держи это при... Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Держи это при себе. Ты не должен верить в это. Были времена, когда все было совсем по-другому. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Thank you.
Привет, салага! Как видишь, этот мир тесен, и колония не является исключением. Все время натыкаешься на своих знакомых. Я ищу Юнитор. Он должен быть где-то здесь. Эта штука может быть в руинах старого монастыря по ту сторону ущелья. Увидимся! Увидимся!
Thank you.
что ты здесь делаешь? А-а-а. Пытаюсь поймать за хвост одну старую легенду. Легенду? Да, мой приятель из старого лагеря, Мильтон, говорил мне, что когда-то здесь жили монахини. Конечно, это было задолго до того, как появился барьер. Говорят, они молились Богу, который даровал им способность превращаться в животных. Уверен, со старых времен здесь должна была сохраниться куча сокровищ. Мы могли бы пойти вместе. Хорошая идея. Тут полно глорхов. Один глорх не проблема для опытного охотника. Но, к сожалению, чаще всего они охотятся стаями. А стая глорхов без труда порвет на тряпки самого опытного воина. Так мы идем вместе? Да, но прежде чем идти, я хочу осмотреть ущелье. Не люблю оставлять врага за спиной. Идем! Я нашел дорогу! Вот это я называю удачей. Похоже, эту пещеру использовали как склад. Почему бы тебе не пойти вперед? Хочу убедиться, что никто не будет поджидать нас на обратном пути.
Эти чертовы ворота. Говорят, еще никому в колонии не удавалось открыть их. Только этим мелким тварям удается без труда проникать во внутренний двор. Ты все-таки открыл эти ворота. Хитрое заклинание. Идем дальше. Thank you.
Thank you.
Ты все-таки нашел свой артефакт? Ага. Я должен отнести его магам воды. Я составлю тебе компанию еще на какое-то время. Что ты собираешься делать с оружием? Подойди поближе. Здесь каждый новичок получает от меня подарок. Какой подарок? Здесь 3 сигареты с болотником. Северный, темный. Сильная вещь. Ты сможешь брать у меня болотник каждый день. Но если захочешь получить больше обычной дневной порции, придется заплатить. Если на дороге между лагерями тебе попадутся какие-нибудь травы или ягоды, приноси их сюда, я заплачу. Давай меняться. Что тебе от меня нужно? Это было не слишком умно. Не хотел. Я думал, это выяснили еще очень давно. Не всегда. Мне бы хотелось узнать, как увеличить силу своей магии. Ключ к этому кроется в силе твоего духа. Я хочу овладеть магическими знаками. Thank you.
Это было не слишком много. Видишь?